Друзья, всем огромный привет! Вы на канале «Делай сам». Сегодня у нас полезная идея для домашних работ. Так что не переключайтесь и досмотрите ролик до конца. Поехали! Друзья, я не знаю, как вы, но я люблю, чтобы у меня топоры всегда были острыми. Конечно, каждый топор своего дела, но если вам нужно острый топор, то вам видео это понравится. А видео самое простое. Специальный топорик немножко подкрасил, чтобы было видно, как мы его будем затачивать. Для этого нам подойдет шпилька 14-я. У меня вот такая вот уже заваренная, нашел где-то валялась. Она как раз мне точно пригодится. Но можно не заваренную, просто гайку найти и использовать шпилечку. Берем от болгарки, от УШМ гайку и посадочную гайку. То есть на 14-ю шпильку она садится идеально. Возьмем два стареньких диска, поношенных. Диск у нас раз, хорошо сел. Второй диск. И только оборотной стороной вот так вот закручиваем. Берем ключик и хорошенечко затягиваем. И получается вот такая вот конструкция с зазором. И зажимаем в дрель шуруповерт. Никакого люфта, ничего нет. Друзья, я думаю, многие из вас ищут подходящий и доступный по цене инструмент для домашних работ. Например, собрать мебель, починить розетку, повесить полку. И мой вам совет – обратить внимание на новую собственную марку электроинструмента Яндекс.Маркета – Нокарт. В линейке предоставлены шуруповерты с разными техническими характеристиками, болгарки в разной комплектации, а в течение месяца появятся и перфораторы. Производитель честно заявляет о характеристиках товара. Вы получаете лучшее соотношение цены и качества на рынке. Да и к тому же инструмент круто выглядит. Бренд отлично проработал дизайн. Торговая марка Нокарт эксклюзивно предоставлена только на Яндекс.Маркете. Ссылочку оставлю в описании под роликом. Переходите и приобретайте, и пользуйтесь с удовольствием. Зажимаем топорик в тисках. Надо, чтобы было удобнее работать. И теперь вот так вот наставляем. Как видим, все точится. Что здесь одинаково. То есть, друзья, вот такое вот простое приспособление может выручить. И не нужно заморачивать там камнем чем-то точить. Даже старые диски пригодятся. Зачем их выкидывать? Друзья, у нас с вами получился вот такой вот небольшой ролик. Я надеюсь, вам был интересен и полезен. Кому-нибудь может пригодиться.
Если ролик вам понравился, обязательно палец вверх. Если не понравился, то тоже палец вверх. Пишите ваше мнение. Вам же я желаю всем крепкого-крепкого здоровья. Всего самого хорошего. Все полезные ссылочки будут в описании под роликом. Переходите и смотрите. Ну а на сегодня я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Пока-пока.